Представители Российской общественной палаты сегодня работают в Великом Новгороде. Тема их общения с новгородскими коллегами – развитие социальной инфраструктуры, налогообложения и ход пробной переписи. Одним из гостей стал известный медиа-менеджер, бывший директор НТ Александр Малькевич. Опыт Великого Новгорода в проведении пробной переписи будет растиражирован на всю страну. В этом и смысл тестового этапа. Успех переписи в 2020 году будет зависеть не только от готовности и профессионализма переписчиков. Многое зависит от СМИ. Это самое поганое, что у нас бывает, это когда выходит какой-то унылый, например, сюжет или показывают говорящие головы, которые говорят, ну это нужно обязательно принять участие в переписи. Зачем? Для чего? Почему? И какие есть нетрадиционные современные методики вовлечения людей, в том числе с помощью игровых техник, вот это пообсуждаем. Темой встречи стала цифровизация региона и ее влияние на итоги первого этапа пробной переписи. Напомним, с 1 октября стартовала ее заочная часть с помощью портала госуслуг. По данным Новгородстата, через интернет переписались уже 13 тысяч человек, что ставит Великий Новгород в лидеры среди других пилотных регионов и населенных пунктов. Второй этап пробной переписи стартует с 16 октября. Кроме работы в стационарных пунктах, специалисты пойдут и по квартирам. Напомним, завершится пробная перепись в Великом Новгороде 31 октября.